где деньги, друг? Время, деньги, друг. Thank you.
Точно, приближена ближе. Yeah.
Здорово. Я знаю, Саня, Саня, да? Ой, да, Влад, 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 Влад. Да, 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 да. Нет, я не с Иркуля, я с X3, я с Саньком в одном, вот это, 45-й пак был. Да, да, да. Нет. Да, 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 да. Я просто... Да, да. Но я создавал чисто для Твинка гильдии, так же, как у нас было на X3. В сингл-стримах мы были уже как пятая КПшка. Ну, пятый статик играли. Я не знаю, ты когда заходил, может, видел нас там. Не, Дискорд, Дискорд, Дискорд я имею в виду. Нет, нету. Просто смотри, у меня... так. Хант, не знаю, уже два дня нету, отвалился он. Вот. И у меня такой лог был, что такое себе. Вот. Три человека 100%. Это Лакрими, Резонал и я вот как бы. Не знаю, ты видел, помнишь, не помнишь их по дискордам. Короче, смотри. Блад ДК, танк, и у него Фрост ДК. Вот. Такие более-менее. Потом Эрдру, вот, заряженный, 202 или 203. И у меня либо Протик, Протопал, 202, либо Шаманом. Но я пока не знаю, кем мынить. Кто нужен будет 25-ку, вот, тем я и буду мынить уже. Да. По поводу лута, кто спросить, и по ГП, да, будет? Угу. Все, я тебя понял. Блин. Ну, спрашивать какая, чего, там людей половина, ты сама не знаешь. Вот, так что посмотрим сегодня, как 25-ка пройдет, там видно будет. Вот, я сейчас своим отпишу. Во сколько там будет сбор? А потом в дальнейшем никак нельзя передвинуть немножко, хотя бы на часик. Нет, нет, я не веду не сегодня, а вообще в дальнейшем.
Все, я тебя понял. В принципе, больше спрашивать нечего. Да? От меня. Да попозже, мы придем, так я вступлю как раз. Я просто сейчас еще профы докачиваю и перекидываю периодически. Понятно. Я, скорее всего, шаманом буду, потому что по шаману всегда проблемы были. Вот. И я смотрю, ты сам танком там бегаешь, я же прочекал. Влад тоже вроде танков, там у него этот... Да, протовар, я тоже это все прочекал, я все знаю. Вот. От меня, говорю, Владык... Владык, это танк будет, если что. Мало ли надо будет. А так, мы два рестора, скорее всего, залетим. Эршам, Эрдру. Вот. Такие классы, которые в основном очень востребованы. Ну, в принципе, все. Я говорю, будет рейд, там будет видно, что да как. Да? Если что, так на этого персонажа пиши, мало ли. Я привелся, пока кинул своим. Они потом залетят, так увидят. Ладно, я пока туда выше. А, нет, туда больше каналов-то. А тут два канала, только вот этот общий и рейд. Потом понаделаю. А, у меня нету, получается, пока. Сейчас перезайду туда. У меня только основной канал. Да, основной. А еще рейд должен быть ниже. Нету. Настройки сейчас гляну. Сейчас я Дискорд опять запущу просто, да и все. Да нет, тут у меня настройки просто отключено, чтобы смотрели. Давай я пока там. Все сделал. Чем могу помочь? Да светит тебя вечное солнце.
сила и честь. Прощай. Береги себя. Что угодно. Всего хорошего.
То есть ты типа, уже даешь, получается, да? Ну так, чисто для себя пока что.
Привет. Здорово. Чел простой, это паладин вот этот или другой игрок? Нет, это вах с ником вах. Я закинул у нас в Discord, сейчас снаряд потянется. Мне надо кого-то, либо тому паладину, либо кому-то дать помощника в Дискорде, чтобы он мог приглашение давать и вот это звание, чтобы читать каналы там, заходить. Ну я, ну, инвайт качок, который ты мне скинул. Сейчас народ зайдет. Алло. Здорово. Это самое пуга, это ты же, твой паладин вот этот на N, что-то там. Ну да, если ты видишь на Цукала, его, короче, выбираешь цели, черный, добавишь черный список. Ага, этот самый, смотри, у тебя там ретрик, да? Да, он ред, короче, тебе нужно знать, кто у нас есть по классам спекам. Ну это да, это сейчас чуть позже соберемся, там дис, я попрошу всех написать. Сейчас. Да. Я просто к тому, что я ему дам звание здесь, в дисе, чтобы он и читать мог, и других, кого пригласит еще людей, ему что там позже заходит, чтобы он им тоже звание дал, чтобы они могли заходить, там каналы эти читать, всю эту хуйню. Короче, я так понял, это сервер миликов. Особенно, когда с брюлями туда. С брюлями, с усилками. Ну, блядь, тут-то нет пока что брюлей. А может, их и не будет. Да я не в том плане, что брюли, а я в том плане, что на рейд посмотреть. Вон, милики уже фул. Алло. Алло. Кто это говорит? Это я. А чё эти, блядь, нахуй, пёздлы там сидят в том дискорде? А, пьяная. Пиздина, пиздина. Да не хочу. Слава, да, ясиста? Элем. Элем. Блять, сервер элемов паладинов, блять. Добирал гильдию как-то за полчаса 3 элема набрал, блять. Рома. Ром.
А его нету здесь уже. Буратино это что? Это дерево. Вар ДД? Угу. И танк. Да, у меня такое чувство, мы танков 6 сейчас соберем, блядь. И будем спекать их в ДД, которые дают косарь ДПС, дай бог, блядь. Все, я понял, кого не хватает. Так, что сейчас это куда сбор идет? На Оус или на Накс? Ну, пока не собран рейд, возможно сказать. А Вадим онлайн сейчас? Ну-ка. Ну, сейчас запись. Рома. Рома. Да, 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 да. А Костя, Женя, Мурлей. Они идут с нами или нет? Поткер закрыто. Мех, наверное, тоже. Ага. А Вадим? Вадим, так нет, он что, пойдет? Я ему пойду. Ты у меня это, не могу никого найти. Овендей. Мне, не знаю, ассисты я приму. Короче, челик, у которого еще 15 человек, там, он чуть позже подойдет, он 18.30 где-то подойдет. Поэтому я думаю, если мы до этого времени соберем полный рейд 25 человек, то мы ОС, скорее всего, закроем. Ну, он и быстрее, и там уже побольше людей подтянется, и уже тогда в нации. Всем привет. Здорово. Че, сколько нас? 16, да, получается? Сейчас пока подтягиваются там. Если до 18.30 соберется 25, то ОС-ку. Я думаю, в любом случае, в принципе, ОС-ку пойдем. А, так что мне не в нас лететь к этому? Ты пока храму? Не торопись, пока не торопись, но... Ну, если КД, там мы разберемся. У кого КД, подождут Накса. Я хожу уже полторы недели в этот в Неру. Инст. Никак триня танковая не упадет вообще с этого с паука.
Ну. То перчатки, то одеяние, блядь, и все. Я на второй неделе выбил. Топовая тринька вообще радует глаз. Ну вот она плюс 111 носливости дает и барьер, который этот получаемый урон снижает на 140 единиц. Ну барьер он постольку поскольку на трэше, наверное, в пятерках. А так, так выносливость играет роль. Ну да, выносливость его нормально бустит. Сделал я, короче, чарку на эти, на перчатки новые. Заебался сегодня, весь день землю бил. Да? А, блядь, я... Да, цену гнут за, ну, за это, за землю, за изначально. Я теперь понял, почему за нее цену гнут. Там, блядь, по 10 человек летает этих элементалей, лупит еще алики, пидорасы, по 2, по 3 человека нападают. Привет всем. О, вроде всех. Да-да. Привет. Ты бы ссылку нормальную давал тут. Так, опять, короче, отдавать 11к за 30 крита, что-то не очень. Ну, кольцо 213 долларов, так сказать. Согласен. 600. Если у него профы вкачаны, все вкачаны, ну куда его девать? Тем более, ну ты его не раз купил и выкинул, потом дальше улучшишь на 226. Согласен. Да-да-да. Либо ты, Миша, даешь там голду, и мы с Петей ее крутим в Сэме. В принципе, можно. Владик видал, как крутит хорошо. Ага. Я, блядь, нахуй 3 дня, блядь, гроши эти собираю, кручу, блядь, хуй сосу и все. Такой себе. Он ШП, он, да. Это снаш. Да, да. Я могу в ДТ, если нужно. Ну вообще по приоритету я бы в ШП пошел. Рад встрече. Что привело тебя сюда? Конечно, конечно. Вадим, не поддавайся, блядь, я вообще с фуриком стал, нахуй. Ты хоть раз видел меня в фурике? Чисто пацан фурика сделал. Так, прото-рома, тихо там. Ты танк. Чего, блядь? Прото-бар. А тут же вроде 2, да, хватает, насколько помню. Тут, которые вот слева-справа стоят, только там танки нужны. Там РДД, я помню, ШПшком или кем-то можно было. И хилы все вроде. Они ж вроде кастуют, если там рядом никого нету.
Вот я линканул. Линканул в этот самый в рейд. Это ж нужная штука, правильно? На 10 штучек есть, на всякий случай взял. Чё ну, там, так, чё там, а вот я линканул. Ты не в этом самом, вон, видишь? Комплект для сборки хламобота. Я могу типа хламобота, да, ставить? Ты можешь рец выбить, короче. И ну, наживца у меня есть, типа рец уже. Ты, блядь, лучше этот. Ты быстрее, лучше его продай, он 380 голды стоит 5 штук. Что ты, Ром, говоришь, выставить что? Ну, выставил, так Миша тебе говорит. 380 голды стоит 5 штук. Вот эта штука, что ли? Да. Чё, ёма. Потому что рыца, блядь, надо же выбивать, нахуй. Не каждый знает, я, например, не знаю. То есть я знаю, короче, как с этим, блядь, как с пинта и худовара до туда добраться, а без пинта я хуй доберусь. Короче, если тебе нужно будет, я типа, ну, с тобой схожу, у меня ключик есть там. Где-то минут 10, короче, времени нужно потратить. Ну, посмотрим, я дальше инжу вкачаю. Понял, понял. А, слышишь, Слава, знаешь, этот есть, ну, это типа стример, Изич, короче. Я посмотрел, как они Накс проходили, вот на этом боссе, где мы вчера вайпались, сука, мы пару раз вайпались на нем, который лучше кидал за себя. А, да, они там дохуя раз вайпнулись, так что мы еще, короче, нихуёво его прошли. Ну, они, короче, дошли до этого. На ком, блядь, прыгать надо? Ну, пол взрывается. Хейган, да? Да-да-да, Хейган. Вот они, короче, до него дошли, блядь, вайпнулись два раза. На третий раз они его почти убили и опять вайпнулись. И